Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Делаем модель парусника. Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. И сегодня я хочу в своем видео показать вам, как нужно дальнейшую подготовку провести грота штагов уже к натягиванию, что необходимо увязать на них. Значит, согласно чертежа, на них увязывается в конце грота штагов двухшкивные 5-миллиметровые блоки. Ответная часть – это одношкивные 5-миллиметровые блоки со стропом с гаком. Гак цепляется за обух палубы. Покажу, где это находится. Вот такую вот процедуру необходимо провести. Значит, эти блоки самые большие в наборе. И строп с гаком, деталька фототравления тоже отличается от других. Их только две штучки, они длинненькие такие, я вам тоже покажу. Значит, я подготовил пару, одну уже готовую. Сейчас вам покажу. На одну сторону грота штага подготовил, чтобы было наглядно. А на второй буду показывать. Вот эти два элемента. Увязанный блок двушкивный к грота штага. И строп с гаком и с блоком одношкивным. Так, показываю, куда будет проводиться грота штаг. Значит, на палубе возле фок мачты находится целый ряд обухов. Вот эти вот обухи крайне симметрично расположенные. К ним будет подходить один, с другой стороны второй грота штаг. И фока штаг у нас будет подходить к юферсу, к бушприту. Вот таким образом. Я буду показывать, как ее правильно соединить. Для того, чтобы увязать удобнее было грота штаг, сначала необходимо будет отмерить расстояние, на котором надо увязать, значит, блок, чтобы расстояние между блоками было нормальное, а не вот такое, скажем, большое, если не угадать. То есть здесь должно быть между блоками около сантиметра. Я вам покажу, как это сделать. Значит, показываю, какие блоки должны быть. Это большие 5-миллиметровые блоки, двушкивный и одношкивный. И вот такой вот гак, строп с гаком. Он будет одеваться на вот этот одношкивный блочок. Кроме того, нужен 5-миллиметровый канатик. Вот я подготовил канатик. Значит, первым делом я отжигаю слегка наше фототравление, чтобы он был мягче. Он жесткий. Так. Теперь нужно сделать так, чтобы его можно было одеть на этот блочок. Значит, обратите внимание, что там в наборе есть такие же стропы с гаком, но они короче. Этих только два таких. То есть их можно сразу найти, вот они длинные. Теперь начинаю потихоньку выгибать. Ну вот, я скруглил его пинцетом, насколько возможно, под форму блока. И он должен вставляться туда. Вот в эти выемочки, которые в нем есть, в блоке, этот строп должен зайти и вот так вот одеться. Но я пока его сильно туда не загоняю, потому что следующим этапом нам нужно сейчас вместе с вами увязать к нему талреп. Вот этот вот белый 5-миллиметровый канатик. Зажимаю эту детальку в зажим. Вернее, так наоборот. Есть.
Так, после этого нам необходимо с вами одеть этот строп на блок. Значит, я рекомендую в одной из канавок острой гранью напильника надфиля чуть-чуть проточить его, чтобы вот этот вот узелочек, это талрипа, туда зашел, потому что иначе можно не одеть его туда. Зашел, теперь пинцетиком с двух сторон чуть-чуть обжимаем. О, все. Теперь получилось то, что надо. Этот конец отрезаю. Все, одна заготовочка есть. Сейчас покажу, зачем мы ее делали. Так, теперь необходимо этот гак одеть в этот обух. И он наверняка не оденется. Нет, не хочет он тоже одеваться. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого я беру просто-напросто наждачной бумагой и утоньшаю вот этот вот зацеп, делаю тоньше. И вообще рекомендую перед установкой обухов, кто еще не устанавливал, просверлите там побольше отверстия, ну насколько возможно побольше, рассверлить их. Часто из-за дефектов от отравления отверстие может быть совсем маленькое, и можно чуть-чуть кончик отогнуть. Вот так. Пробую теперь. О, все нормально. Вот так вот он у нас должен быть. Теперь следующий этап. Надо примерить гротоштаг таким образом, чтобы получилось около сантиметра между блоками. Тогда будет красиво смотреться. А для этого я беру вот так, подтягиваю штаг, подтягиваю талрип, смотрю расстояние и где-то вот так вот должен быть у нас блок. Вот на таком расстоянии. Это так согласно чертежа. Где-то даже не сантиметр, там, по-моему, полтора сантиметра. Вот таким образом. Засекаю. Обычной ниткой ставлю себе отметочку. После этого, чтобы не играться на мачте, пока есть такая возможность, я снимаю штаг, потом мы его оденем через верх, пока еще снасти. И сейчас не забудьте обязательно обратно одеть в петелечку. Вот так. А теперь будем устанавливать блок. Беру двушкивный блок. И теперь на эту метку одеваю. Так как блок достаточно большой, мне приходится зажимать его уже не в зажим, а в тиски. Самое главное его не сломать. На бензеле использую канатик диаметром 0,3-0,35 где-то. Дальше делаю уже по знакомой вам методике.
Так, вот. Готово. Так, а теперь одеваю на мачту. Вот так. Вот так должно находиться. Ответная часть. Вот, вы видите два блока, направленных навстречу друг другу. В следующем видео я покажу, как их стягивать и как правильно натягивать штаги. Гроты, штаги. А также в следующем видео покажу вам, как увязывать юферс фока штага. На этом все. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Я вам буду благодарен. Всего вам доброго и удачи!